Арктические районы Якутии готовятся к полярной ночи. Ее начало и продолжительность в разных населенных пунктах отличаются и зависят от географической широты места. Например, в Алайховском районе полярную ночь ждут уже 24 ноября. Подробнее об этом далее. В северных широтах приход зимы означает не сокращение дня, а его полное исчезновение. И не просто увеличение продолжительности ночи, а ее полновластное воцарение над землей. На север приходит полярная ночь. В каждом регионе полярная ночь наступает по-разному. Это зависит от широты места. Наш поселок находится 70 градусов северной широты, 147 градусов восточной долготы. В нашем поселке полярная ночь наступает 24 ноября и заканчивается 21 января. Ученым давно доказано, что полярная ночь негативно влияет на общее состояние организма. Часто развиваются сонливость, упадок сил, постоянная усталость. На этот период обращаются люди, ну, пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями. У гипертоников, например, повышается давление в этот период. Отмечается у них нарушение сна. Ну, в виде бессонницы. Чтобы легче пережить этот период, я советую не перетруждаться на работе, соблюдать режим труда и отдыха, хорошо питаться. В начале января северяне снова заметят, что солнце начало появляться на горизонте. И по традиции в этот период жители заполярного поселка Чукурдах встречают праздник «Встреча солнца». Анна Слепцова, НВК СХА, Алайховский улус.